Всем привет! Меня зовут Нонна, я из Москвы. Я хочу поделиться своим впечатлением о пройденном месячном курсе в феврале месяце, который закончился 1 марта этого года, на тему гипноз, самогипноз, слиперство. Я очень довольна этими получением этих знаний. Наш преподаватель, учитель Никита Бурлаков. Я шлю ему привет и первому потоку из Лондона. Всем привет! Я очень благодарна тому, что я попала именно к этому человеку, к этому преподавателю, учителю, потому что я получила именно то, чего мне не хватало. Но, естественно, все зависит теперь от нас. Мы должны развивать себя самостоятельно дальше. Но хотелось отметить, что сегодня тема слиперства, гипноза, самогипноза, она постепенно развивается. В просторах интернета мы можем увидеть много информации на эту тему, но я рекомендую все-таки с этим быть осторожнее, аккуратнее, потому что необдуманно и нахватавшись, так скажем, верхушек по этой теме, самостоятельно пытаться погружаться, не зная техник безопасности, не зная других очень серьезных фишек, которые преподаются вот именно на курсах, можно навредить как себе, так и тому, кто непосредственно обратился за помощью. Поэтому я считаю, что именно такие преподаватели мотивируют, они дают стимул. Я очень рада, что я выбрала этот путь. Я на верном пути, я очень счастлива и думаю, что мы еще о себе напомним. Пока всем. Чао.